Падение. Комедийный боевик с романтикой в мире каскадоров. Финальная развязка фильма обводит итог и достигает кульминации в шокирующей судьбе Тома Райдера. Мы объясняем концовку «Парня из падения» в этом видео. Прежде чем начать, нажмите кнопку «Подписаться», если вы новенький. Фильм основан на каскадере Кольте Сиверсе и начинающем режиссере Джоди Морено. Несмотря на то, что Кольт оставил ее после травмы спины, он и Джоди возобновили роман к концу фильма. Кольт и Джоди узнали, что Том живет, и вместе с Гейл замышляют загнать Кольта в угол. Джоди и Кольт набирают всю команду каскадеров «Металлического шторма», чтобы добыть признание Тома. Гейл пытается остановить их, но Кольт получает признание обратно перед тем, как она улетает на вертолете. Несмотря на предупреждение Сайна о том, что мобильные телефоны опасны возле зон для трюков, Том использует свой телефон и порывает себя. Через время Джоди наконец-то закончила свой первый фильм, и трейлер премьерно показали на Комик-Кон. План Тома раскрыт. Кольт и Джоди придумывают, как раскрыть козни Тома и Гейл, используя слабость Тома против него. Том ненавидит, когда спрашивают, делает ли он свои трюки, он хочет быть похваленным за работу, которую не делал. Кольт решил позволить тому доказать себя, поставив его за руль автомобиля для трюка, вынуждая признаться, что он убивал каскадера и пытался подставить Кольта. Это замыкает круг упавшего парня, поскольку он теперь угрожает жизни Тома, так же, как он угрозил Кольту в начале фильма. Кольт даже узнает, что все, включая его падение, произошло из-за Тома и Гейл. Гейл, между тем, пыталась внедрить клин между Кольтом и Джоди, разделяя их, чтобы они не подозревали, что происходит. Она лишь сблизила Кольта и Джоди. Попытки Тома убить Кольта открыли ему глаза. Он научился обращаться к Джоди за помощью, а не отталкивать ее. Что сталось с металлическим штормом? Смерть Тома лишила звезды, но Джейсон Момоа занял роль. Без Гейл Джоди закончила фильма третий акт, понравившийся студии. С Момоа Джоди завершает «Металлический шторм», черпая вдохновение из своей жизни. «Металлический шторм» был готов стать блокбастером для Джоди, осуществив мечту о режиссуре. Связь с «Парни, которые падают» включает камео Ли Мейджорса и Хизер Томас, оригинальные звезды телесериала. Актеры – полицейские, которые прибывают после завершения трюка. Первоначально Мейджорс играл Кольта Сиверса, Томас – Джоди Бэнкс, каскадершу. Фильм – любовное письмо каскадерскому сообществу. Закулисные кадры каскадеров, работавших над фильмом, в концовке. Фильм отдает дань уважения работе голливудского каскадерского сообщества. Хотите узнать о сцене после титров и возможности сиквела? Комментируйте.